Так, поднимаем сейчас из переулка. Ох, что тут творится вообще. Здесь стоит Петрозаберёхин, живой город. Отсюда все видно. Творится. Там есть люди, да? Сейчас я подойду, посмотрю. Полиция сюда зацеплена. Разговаривай. Сейчас там уже нет, еще кого-то там позвали. Сокуров появился. Сокуров. Сокуров приезжал. Он там сейчас на той стороне. Суда было, чтобы законсервировать, да? Понятно. Там экспертиза, да, была, это экспертиза, но даже если он сейчас на данный момент снят, как раз охрана, когда вот был ее входа на основание, что-то подобное. Вот, это все равно историческое здание. Все по закону, разрушать нельзя, ну, если нет необходимой аварии. Ну, понял, спасибо. Так, уважаемые зрители, пока небольшая пауза. Большая пауза.